День работника культуры – это праздник людей искусства, которые на протяжении всей своей жизни дарят нам радость и душевное наслаждение, красоту и вдохновение, знания и мудрость. Но лишь немногие знают, сколько труда, терпения и энергии они вкладывают в свою непростую работу. Районный историко-культурный центр был образован в 1998 году. И уже на протяжении многих лет он объединяет в себе несколько направлений – краеведение, социальный туризм, музыкальное и художественное искусство. Работа его сотрудников очень многогранна. Это большие профессионалы, люди, которые много лет занимаются историей, культурой родного края, Ленинского района, города Видное. Люди, которые целиком и полностью погружаются в свою работу, которые отдаются ей со всей любовью. Каждый сотрудник историко-культурного центра заслуживает особого внимания. Например, Ирина Маскаева. Музыку она полюбила с детства. И вот уже более 50 лет помогает другим познавать это искусство. Мы встретились случайно с Леонидом Осиповичем Утесовым. И он мне, 17-летней девчонке, дал правильное направление. Он мне сказал, я не ожидала, это случайно была встреча абсолютно, но он мне сказал: слушай, девочка, ты иди занимайся, играй на фортепиано, посвящай этому все свои дела, а у тебя все получится. И действительно, это все через годы осозналось, получилось. Помимо музыкальных уроков и вечеров, в центре проводят экскурсии. Так, например, в этот праздничный день пришедшим школьникам рассказали о картинах художницы Ольги Волокитиной. Чашка у нас стала объемной, мы прямо сейчас туда чай нальем. Посмотрите, и здесь удивительная синяя чашка сияет, и хлеб начинает пахнуть. А сколько фотовыставок благодаря сотрудникам историко-культурного центра состоялось в сквере «Юность». Архив учреждения очень велик, а особенные исторические материалы хранятся в специальных сейфах. Для того, чтобы подарить приятные впечатления жителям, выставочно-фондовый отдел занимается кропотливой работой в поисках необходимой информации. Сложность большая, потому что выставка – это всегда тема какая-то определенная. Вот, например, сейчас у нас будет День Победы, 9 мая. Посмотреть очень много материала. Фотоматериала, изучить их воспоминания, то есть там есть упоминания, где они воевали, да, вот, отобрать эти материалы, затем их скомпоновать, их определенным образом представить, то есть мы делаем коллажи и даем информацию об этих людях. Методист Наталья Замарина, как и ее коллеги, тоже посвятила свою жизнь искусству. Профессия нужна, да, она необходима. Видим ли мы плоды своего труда? Ну, буду говорить о себе. Вижу ли я плоды сегодня своего труда? Нет, не вижу. Но я очень надеюсь, что эти плоды когда-то дадут себя знать. Конечно, нелегкая эта обязанность поддерживать, развивать и бережно хранить культуру. Но без искусства жизнь была бы неполноценной. Ведь именно благодаря ему формируется личность человека. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.